Российские шахматы, российские, пришло опять мне. Вернулась, точнее, херова туча наборов шахмат. Там он еще стоят, рядом с компами моей новой страстью. Значит, что, перейдем. Это у нас вот геймсеры большие. Да, у меня есть еще и такие. Например, вот они в сравнении с обычными вангеймсерами. Вот они вот так вот выглядят примерно. Но, на мой взгляд, они очень вычурные. То есть я их взял мало наборов специально на пробу. Тут очень страшный конь. Сделан как кусок просто какого-то дерева. Ну, короче, вот этот конь мне больше гораздо нравился. Где он? Да, вот он. То есть он гораздо симпатичнее. Хотя тоже он такой дубовенький, но симпатичнее. Вот. Но мы сегодня не про эти шахматы, про эти у меня есть обзор. Хотя про маленькие, про большие можем сделать. Ну, суть-то та же самая. Просто они огромные, реально. Вот куда их? Вот. А мы сегодня вот про эти говорим. Это известный тоже достаточно среди шахматистов бренд. Лекошоп называется. Лекошоп. Пустотелые. Они очень дешевые. И ребята их льют. Ну, то есть, вообще они занимаются пластмассой. У них пластмассовый завод огромный. По-моему, если я не ошибаюсь, где-то под Питером. Но я, наверное, ошибаюсь, поправьте. Вот, сделаны по аналогии с китай-чатами. То есть, скорее всего, они их брали за основу, потому что все фигуры очень похожи. Сделали по форме этих фигур, ну, свои формы. И отливают, то есть, такие вот пешечки. Довольно симпатичные, конечно, но они дешевые. То есть, они прям самое простое, что есть вообще на рынке. Они проще китайских. Китайских хотя бы была эта подклейка. Но у этих тоже есть утяжеленная версия. Но мы-то говорим именно про дешевизну. Вот, причем стоят они дороже китайских. Вот. Но здесь что есть? Есть такой вот интересный магнит. Тоже сделано все очень так странно довольно. Вот. Разрез. А потом вот смотрите, неровности. Да, вот такие вот так вот все закрывается. Похоже на крокодила такого. Вот, ну и сама доска, она очень хлипкая прям. Вот, что у меня хорошо, вы можете у меня посмотреть, что с этими шахматами происходит через год, например, использования, да. Ну, им, наверное, год и есть, ну, чуть побольше, ладно. Им, наверное, два. Но они долго очень лежали, то есть они приехали ко мне не так давно, вернулись, но они очень долго лежали, поэтому вот. То есть доска тоже вот в чиркашах таких вот вся. Ну, мало приятного, но в принципе она рабочая, то есть на ней заниматься можно. Я такие же шахматы подарил, кстати, детскому дому. Раскрою секрет. Вот. Такие вот фигурки. То есть, ну, смотрится довольно симпатично. Но они отличаются очень сильно, на самом деле, от китайчат. Потому что те, они все-таки такие лакированные, эти матовые. То есть здесь прям видно, что это, ну, самый дешман прям. Если там они все-таки пытаются как-то замаскироваться, то этим просто пофиг они. Но с другой стороны, какая нам разница, да? Белые, черные и все. Зато они хотя бы белые, черные. Это, блин, желтые и, ну ладно, черные. Коричневые и черные, да? А тут у нас белые, черные, все понятно. Вот, кстати говоря, здесь не ломается ничего. Есть, кстати, у китайцев, у них тоже два вида. Про них поговорим чуть позже. Они тоже ко мне попали. Но их я покажу чуть-чуть попозже. В общем, ну, вам выбирать. То есть стоит, по-моему, там у них два размера. Вот эти, по-моему, стоили 300 рублей. Что-то типа того, 349 или 300. Сейчас не знаю, сейчас проверяйте. Может быть, ссылочку вам вставлю. Но, скорее всего, вряд ли. Я вам сайт дал, и так знаете. Вот. Такие вот шахматы у меня есть. Но еще раз подумайте, стоит ли брать вот эту доску, потому что она очень некачественная. Но, в принципе, она, кстати, не сломалась. То есть, в отличие от доски деревянной Wood Games, она хотя бы не сломалась. Но здесь, наверное, бережно относились к ней, потому что по-всякому бывает. Но вот это вот, оно того не стоит. То есть все очень страшно, и мы делали резинку специально, то есть на резинке у нас она держалась, магниты держат плохо, то есть, ну, очень много вопросов к этим шахматам.
Но лучше вот геймсов пока я ничего не нашел на российском рынке. Вот так вот. Именно причем вот этот размер. Не вот эти гиганты, а вот что это у нас? Пятерочки. Пятерка, шестерка. А это, по-моему, семерка идет уже. А утяжеленные, не утяжеленные, разницы нету. Ну вот у меня две пешки. Одна утяжеленная, другая не утяжеленная. То есть, ну по-другому, да, она двигается. Но я не сказал бы, что приятней какой-то из них. Мне абсолютно без разницы. К этой привыкаешь. Эти надоедают. Хочется другими, поэтому берите 2, 3. Так вот. Палец вверх. Пока.